Любимые наши телезрители, мы вновь вместе с вами, мы продолжаем вас удивлять качественной продукцией. Сковорода «Блинная Кремона». Совершенно верно. Ну, давай сейчас рассмотрим каждую. Дорогие друзья, давай я нашим телезрителям расскажу, как часто бывает, что нужна блинная сковорода. Для каждого, так сказать, приготовления блюда нужна какая-то сковорода, иначе запахи принимаются. Ты помнишь такую ситуацию, когда у бабушки бывает специально наработанная блинная сковорода, чугунная, старая, и какая она засаленная. Но время не стоит, время движется вперед. Я считаю, что есть смысл посмотреть то, что мы сейчас вам покажем. Вот посмотрите, я сейчас вам демонстрирую, что это российский бренд, очень качественное. Российское производство от компании «Скова». Производит «Скова» посуду уже более 10 лет и создает качественную, а самое главное, безопасную для здоровья посуду. Это крупнейший российский производитель посуды с антипригарным и, внимание, керамическим покрытием. И наш подарок – это не только сковорода, по цене только сегодня 790 рублей. Мы еще дарим вам с этой сковородкой набор салатников. Слушай, Олег, как удобно, дорогие друзья, уважаемые телезрители, как мы сталкиваемся часто с проблемой с такой, когда негде хранить. Вот бывает, мы приготовили салат, а нам негде хранить. Но с этой сковородой, приобретая у нас, проблемы исключены, потому что мы специально вам дарим прекрасный подарок в виде таких контейнеров. Причем несколько цветов на выбор. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Наши операторы предложат вам наши многочисленные цвета на выбор. В данном случае вы можете видеть вот этот вот замечательный желтый цвет, который повысит вам определенно настроение. Причем, что мне нравится, то, что эти контейнеры можно разогревать в микроволновой печи. Это очень важно. Это не пластмасса, это стекло, которое можно использовать даже в микроволновке. Да, но совершенно верно. Олечка, я думаю, что всем телезрители заинтригованы, но нам надо вернуться вот сюда. Все взгляды, я думаю, что телезрители наших именно вот сюда, потому что здесь мы сейчас покажем все достоинства. А посмотри, я зря время не терял. Посмотри, ох, как я приготовил с легкостью. Этот блинный аромат. Ох, наши операторы сходят с ума. И это все за полчаса. Вы знаете, подтверждаю с уверенностью то, что ни одного блина не было комом. Да. Все настолько мгновенно было приготовлено, и все это благодаря тому, что это очень качественные сковородки, блинная сковорода, которую мы спешим вам сегодня представить, и цена только сегодня. 790 рублей. Это красный ценник, дорогие телезрители, только в течение сегодняшнего дня. Ну что, Оль, интересно, совершенно верно, ты правильно сказала, что уникальная сковорода блинная, и мы сейчас должны продемонстрировать все достоинства. Я думаю, что все, внимание, телезрители смотрят, магия сковородки. Все думают, это магия шеф-повара. Нет, абсолютно, это магия сковородка. Смотрите, какая она хорошая, она идеальная. А ты знаешь, почему вот так вот все равномерно прогревается? Да потому что здесь трехслойное покрытие, между прочим, именно оно обеспечивает вот такой вот равномерный нагрев. И называется она скандия, вот это покрытие запатентованное. Слушай, это очень... Давай еще раз скажу, пока у меня поджаривается. Дорогие друзья, внимание на экран. Во-первых, чем прекрасна блинная сковородка и почему она должна быть? Во-первых, удобная ручка, посмотрим сюда. Посмотрите, какая удобная, что в левую, что в правую руку. Идеальная, посмотрите, как подходит. Дальше. Ручка не нагревается. Не нагревается, посмотрите, невысокое дно. Ой, не дно, а борт. 2 сантиметра и 2 миллиметра. Совершенно, то, что нужно. Да, смотри, как слегка. А диаметр 22 сантиметра, дорогие телезрители. Тот самый классический размер блинов. Да. И главное, что чем удобен вот этот диаметр, Оль, надо рассказать, что удобно для фарширования. То есть, если вы хотите сделать с какой-либо начиночкой, да, вы можете с легкостью завернуть. Дорогие друзья, а теперь внимание, мы должны этот трюк показать. Уважаемые телезрители, смотрим на экран. Внимание на экран, я с легкостью подбрасываю. Посмотрите, как я с легкостью это делаю. Все посмотрели на меня? Еще раз, уважаемые телезрители, смотрим на меня. Оля, ты тоже смотри, я готов. Я готова. Чтобы не было такого, что вы не видите, как я с легкостью это делаю. Смотрите, как я с легкостью подбрасываю и не пригораю. Знаешь, почему у тебя так с легкостью все это получается делать? Потому что здесь и на
инновационное покрытие. Вот, дорогие телезрители, я бы хотела, чтобы крупным планом его показали. Вот, посмотрите, это покрытие не содержит ПФОА. Между прочим, если ты следишь за своим здоровьем, это, кстати, не очень опасное соединение, которое загрязняет окружающую среду и вызывает множество заболеваний у человека. Нет, вы представляете, здесь его нет, потому что компания Скова заботится о нашем здоровье. Вот так вот. Ну, видишь, слушай, что? Оль, еще раз внимание показываю, как легкостью, без масла я переворачиваю. Смотрите, это удобно тем, напоминаю, когда невысокий борт сковородки. Смотрите, внимание, показываю, оп, это с легкостью. Я думаю, что ты даже с легкостью это справишься. И можно порадовать своих близких. Я немножко потренируюсь. Потренируюсь, я думаю, что есть шанс у тебя позвонить и заказать по специальной сегодня цене. Оль, ты будешь пробовать блины? С удовольствием. Телезрители, наверное, уже все ждут. Угощаем. Ну что, угощаем с легкостью. О, так. Так, а что мне ты мне предложишь, как гарнир к блинчику? Гарнир? А это уже наши телезрители может на свою, могли бы на свое усмотрение ну и, сами попробовать. Конечно же, и как раз насчет вот добавки к блинам. Вы посмотрите, хотела бы еще раз обратить внимание на наш подарок к блинной сковороде Кремона. Цена только сегодня 790 рублей, но мы дарим вам подарок. Набор салатников. Вот посмотрите, что здесь только можно не хранить. Здесь все начинки. Вы посмотрите, и творог. И масло, и мед, который сейчас достает. Так, я знаю, что Олег, ты любишь мед. Смотрите, как мы поливаем фигурно. Все, Олечка, тебе остается прелесть моя, красота моя. Ну, попробуй. В ресторане. Как я обожаю рубрику «Кухни», дорогие телезрители. Женщины всегда любят, когда мужчины за ними ухаживают, и любят, когда стараются приготовить вкусно. Я думаю, что сейчас оценят. Так, ну, тишина. Сейчас попробуем. Магия. Дорогие друзья, еще раз, пока Олечка помнит, я напоминаю, вам нужна такая сковорода. Сковорода блинная Кремона. Антипригарное покрытие. Подтверждаю, блин идеально прожарился, не перегорел. Очень вкусно, в буквальном смысле слова, тает у меня во рту. Ай, можно я еще кусочек? А ты пока рассказывай. Давай расскажу. Дорогие друзья, напоминаю, что приобретая блинную сковороду, мы вам делаем подарок, набор салатников великолепный, где вы можете с радостью и с легкостью хранить. Я замолчал, с легкостью хранить все салаты. Все, тишина, тишина. Мы, наверное, мы... Что? Давай. Вы посмотрите, сколько мне еще предстоит съесть. И все это благодаря замечательной сковороде с антипригарным покрытием. Это сковорода Кремона, называется она именно так, от известного производителя Скова. Посмотрите, высота бортов 2 сантиметра и 2 миллиметра. То, что нужно. И еще раз хотела бы вам сказать, что здесь инновационное трехслойное покрытие. Благодаря ему обеспечивается равномерный нагрев пищи. Ну и, конечно же, дно. Вот посмотрите, какое дно. Шикарное. Инновационная сковородка специально для вас. Блинная сковорода должна быть на каждой кухне. Слушай, у нас и режиссер, еще съемочная группа. Нам надо всем дать попробовать, чтобы все с удовольствием оценили сковорода блинная. И мы вам еще делаем набор салатников в качестве подарка. Дорогие друзья, спешите делать подарок. Я сейчас уже включился в работу. Что еще у нас есть добавить интересное? То, что самые лучшие товары сегодня мы спешим вам представить. Ведь скоро Новый год. Дорогие телезрители, мы еще дарим для вас потрясающие новогодние акции. Сейчас я вам об одной из них расскажу. Приглашайте своих друзей. Ты уже пригласил своих друзей? Да, звоним. И, ну-ка, Оля, расскажи по секрету. Мы приглашаем ваших друзей. Рассказывайте им о телеканале Shop & Show. Пусть они что-нибудь заказывают на нашем телеканале. Но обязательно назовут ваш мобильный телефон. И тогда ваши друзья получат 200 рублей скидки, например, на эту замечательную сковороду. Вот вы посмотрите, на которой жарится у нас блинчик. Ой. А также вы получите, и Олег, и ты в том числе, 200 рублей на свой мобильный телефон. То есть к телекомпании Shop & Show, ну, Shop & Show еще и выгодно, и можно зарабатывать. Да, ведь мы работаем для вас, дорогие телезрители. Итак, мы сегодня вам представили великолепную блинную сковороду с шикарным покрытием, очень инновационным покрытием. И это все фирма Скова, российский производитель. Цена только сегодня 790 рублей. Вы посмотрите, сколько блинов мы приготовили, но это еще не все. Если вы приобретаете замечательную сковороду, то мы в подарок вам дарим специально на Новый год. Мы решили это сделать специально для вас. Посмотрите, набор вот таких вот салатников, их всего
5 разных размеров. 5. Их можно использовать в микроволновой печи, дорогие наши телезрители. Вот прекрасный подарок, я считаю, отличный подарок. Ну а мы напоминаем вам, что мы сегодня представили вам сковороду блинную Кремона от компании Скова, российского производителя. Звоните, заказывайте и оставайтесь с нашим телеканалом Shop & Show.